облаками, генерал рядовой лейтенант. Пусть победы будут за Ավակ Սերժանտ Հակոբյանյան, Թաթուլի, ներկայացնում ենք ատում շանկության բրիգադը, 13-րդ վաշտը, մնացածը չենք կարող ասել, գախնիկա։ Մենք ներկայացնում ենք գյուղի պաշտպանություն, հակառակորդի կողմից ներմուծվել, համագործակցում ենք տարբեր պետության Ռուսաստանի հետ ապահովության, և այդքանը։ Շատ մարդունակ ենք տրամադրված, ակնկալիքները շատ մեծ են, որտեղ տարբեր պետություններից են հավաքված այստեղ, և շատ մարդունակ բան է ստացվելու։ Առանց մրցույթի ոչ մի բան չի ստացվում այս կյանքում, կյանքը պայքար է։ Մենք էլ փորձում ենք, որ ավելին լավը մենք դնենք։ Да? А где он? Ну, а какие ожидания? Старший лейтенант Шарипов Ренат Сабирович, представляю Республику Казахстан, войсковая часть, десантно-штурмовая бригада. Мы приехали на учение в Республику Армения 7 сентября. В данный момент мы уже находимся здесь уже около 7 дней, около недели. И нам очень нравится, лагерь очень развернутый, очень удобно. Повседневная жизнедеятельность, все продумано. Концерты, ежедневные посещения города. И очень приятно. И питание очень отличное. Здесь я очень... как сказать, чистый воздух, и люди очень дружелюбные, гостеприимность очень мне понравилась. Вот, также понравился город, древний город понравился, и его слаженность. Стоит как-то необыкновенно в горах, в горных условиях, очень красиво. Нас приехало около 46 человек, и наша задача блокировать здание, после чего задержание и штурм здания. А вторая группа работает на удалении до 3 километров, выдвижение на позиции и дальнейшее наступление на рубеж противника. Синие птицы парят под облаками, генерал рядовой.
кузова их обоих. Я пресс-секретарь секретариата организации договора коллективной безопасности Зайнетдин Владимир Фаридович. Рядом со мной наш генерал из объединенного штаба Яковлев Андрей Степанович, начальник управления объединенного штаба и начальник направления объединенного штаба Устин Владимир Алексеевич. Они смогут ответить на вопрос, касающийся именно проведения учений, потому что учения войсковые, вы знаете. Мой коллега уже дал вам необходимую информацию по проведению учений от себя. Добавлю, что эти учения в Кавказском регионе коллективные силы оперативного реагирования ДКБ проводятся впервые на территории Республики Армения. Данные учения являются плановым мероприятием. Они, тематика учения, дата, место, время проведения учения утверждены еще в декабре решением Совета министров обороны и решением Совета секретарей Комитета коллективной безопасности. Это плановое мероприятие по вопросам подготовки, совместной подготовки органов управления, подразделений вооруженных сил и сил специального назначения, входящих в состав КСУ. Это никоим образом данное совместное мероприятие не связано с состоянием военно-политической обстановки в регионе здесь. Учение по очереди, вообще-то должно быть это учение проведено в прошлом году на территории Республики Армения. Территория Республики Армения условно разделена на три государства. Одно из государств, входящее в состав УДКБ, условное государство, создается такая обстановка, когда оно вынуждено обратиться за помощью в организацию договора коллективной безопасности генеральному секретарю об оказании военно-технической помощи. Для этого на территории этого условного государства развертывается группировка КСОР, выделенный состав КСОР. Это осуществляется решением Совета коллективной безопасности. Я должен сказать, что накануне данного учения прошла целая серия штабных переговоров по подготовке и были проведены две совместные тренировки.